требуется голосовая идентификация. Повторите следующие слова. Хамелеон. Успешный. Склонность. Зловредный. Сканирование завершено. Нужно больше места.
Я тебя вижу, очередная пытка. Смотришь на меня черными яйцами сквозь глаза. Подойди!
Я подготовил контейнер. Все это очень странно, Квинтон. Знаю, но если мы... Не хочу знать. Я делаю тебе одолжение, вот и все. Контейнер 3232. Он на другой стороне грузового отсека Б, рядом с техническим туннелем. Когда я руководил Институтом космоса, меня никто не просил прятать еду в грузовом контейнере. Поаккуратнее с угрём, ладно? Завершено. Нужно больше простого.
Ты не кончен. Нет, это звучит серьезно, и я решила выключить транскриптор. Если вы спрашиваете, можно ли записывать нашу игру на транскриптор. Да, я знаю про использование ресурсов в личных... Как вы втянули меня в этот разговор? Ой, мне так жаль. Меня могут уволить просто потому, что я вас слушаю. Что? Что? Именно. Что, если мы поужинаем вместе? Что? Вы все время говорите «что» вместо «да». Да. Ну вот мы все и уладили. Про транскрипторы не беспокойтесь, это не запрещено. Ну что, вы пригласите меня играть или нет? Thank you.
Фолс. Офицер Фолс. Мали. У меня важная просьба. Деликатного толка. Хочу спросить, можно ли поручить вам наблюдение? Да, сэр, конечно. Но я не могу выполнить просьбу такого рода без указаний шефа Элазар, кадровика и еще одного директора. Мали, все они мои подчиненные. Да, сэр, понимаю. Я хочу, чтобы вы наблюдали за анализой Гальегос. Куда она ходит? Распорядок дня. Посетители. Я буду вести записи в компьютере охраны. Хорошо. Отправьте мне отчет в конце недели. Да, сэр. Решила проведать вас, Скай. Это просто похмелье от нейромода. У меня странное чувство. Даже не верится, что вы поставили мод ради шоу в тюльпане. Вы шутите? Я всегда хотела на чем-нибудь играть, но у меня не было времени. Это словно я вижу ноты в голове. Словно я занималась этим 7 лет. Кстати, вы же будете на сцене со мной? Только чтобы поймать вас, если вы грохнетесь в обморок. При условии, что вы не позволите мне дать в морду Алексу. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык.
остановиться. Слышишь? Уходи! Нет! Не могу остановиться! Я себя не контролирую! Пожалуйста, не дай... Не отвечает. Пожалуйста, не приходите. Эмма? Прошу вас. Это не... Эмма, я вас почти не слышу. Безопасно. Эбби с вами? Вы в порядке? Это не я. Это я не буду. Не буду этого делать. Ты не... Yeah!
Сканирование завершено. Доступен новый опционный навык. Дайо Игве. Парапраксия. Поражение нервов. Не дает использовать нейромоды. Агрессивная химиотерапия предотвращает дегенерацию. Делает кандидатов непригодными для назначения на Талос-1.
Целостность костюма нарушена. Твою записку, ту под столом, с паролем. Стоп, ты залезла под мой стол? Слушай, спрячь свой пароль получше, хорошо? Я присматриваю за тобой, потому что я тебя люблю. Ты меня любишь? О, я люблю тебя так сильно, что заползла под твой стол. А ручка, которую я уронила, ни при чем. Сладкая ложь.
Ладно, Элиас... Мечетык вошел в башню и исчез во тьме. За ним остался кровавый след. И пока вы разглядываете его, вам кажется, будто камни пьют кровь, и трещины их наливаются красным. Матерь Божья, Абигейл! Ну что вы как маленький? Либо мы пройдем за дверь. Ну уж нет, она сожрала нашего воина. У нас нет выбора, о чудотворец, без заклинаний. Разве что вы сможете вынести целую стаю крысолюдов. Элиас? Извините, Мечетык? Капитан Мечетык! Я могу ей ответить? Чёрта с два. Тьма безмолвствует. Она полностью поглотила Мечетыка. Ладно, сейчас я зажгу факел. Привет. Извините, что опоздала. Обновляли систему на всей станции. Пришлось объяснять Беллами буквально все.
Эбби, мой лист персонажа у вас? Вы пришли? Да, он тут. Абигейл, на этот раз я записываю. Вы тоже, Эмма? Все в порядке. Даниэла с нами. Она прикроет нас, если что. Она согласилась? Мы договорились. Мне тоже пришлось кое на что согласиться. Даниэла, сегодня я встретилась с великим Алексом Ю. Он снизошел до извинения, но никакого решения не принял. Он и Морган обожают извиняться. Извините, традиция семьи Ю. Так же неискренне, как извинения Даниэла Шоу? Нет. Даниэла, я не говорю, что с ними легко работать, но... Ты сравнила меня с ним? С этим высокомерным говнюком? Даниэла, это пора прекратить. Ты права. Убирайся. Все кончено. Даниэла... Я сказала, убирайся.
постарался проанализировать сигнатуры психических полей. У людей сигнал едва различим, а тифоны дают сравнительно мощный всплеск. Но данные коралла странные. Я не понимаю, что они означают. Чем скорее мы добудем ключ-активатор, тем лучше.